Привет, друзья! Так как мы с мамой в последнее время ведем аскетичный образ жизни, в этот раз мы решили сильно не париться на Новый год и много не наедаться, приготовить всего лишь навсего одно из наших традиционных новогодних блюд. Это салат из кальмаров. Вот такую упаковочку я ей подарила на День матери. И мы решили оставить ее на Новый год. Сегодня буду готовить и показывать, как мы делаем салат из кальмаров. Пока кипятим воду и будем их варить. Также нам понадобятся яйца. Поставила вариться 5 штук. Так, вода кипит, пора доставать кальмары, надо их немножечко промыть. 500 грамм упаковку я купила. Вот такие вот красивенькие кальмарчики у нас будут сегодня. Пока большой, через 3 минуты будет очень маленьких размеров. Так, помоем. Еще всего-то 3 штучки. Кстати, тут на упаковке нашла еще один рецепт приготовления. Как-то тут его жарить надо. С рисом, с луком репчатым, масло сливочное, мука, с молоком и специи по вкусу. Ну, а у нас обычный салат, так скажем, сырой, из кальмаров, яиц. Лук репчатый мы в этот раз заменим просто зеленым луком. Он у нас вот тут вот растет. Вот такой вот лучок мы вырастили. И тут вот еще есть. И также украсим укропа, мама купила. Ну, в общем, будет такой новогодний маленький салат. Ну, много мы наедаться не собираемся. Праздновать тоже нечего. Просто так, чисто символически отметим Новый год. Ну что тут у нас кальмарчики? Уже уменьшились в размерах, уже маленькие плавают. Варить их, в принципе, недолго. Еще надо будет вытащить вот эти вот внутренности. Ну, пока наши кальмарчики варятся, яйца тоже там уже на подходе. Будем лечить Челсика. У нее сегодня самая стрессовая ночь в году. Решила дать ей валерьянки одну таблеточку, упаковав в ее любимый сыр. Не знаю, съест она или нет. Вот сейчас попробую. Так, запрячем в кусочек сыра таблетку. Челсик, держи. Держи сырочек. Сейчас скушаешь, и все будет хорошо у тебя. Вот так, глотай. Нет, а с таблеточкой кушай. Что, не естся? На. Прямо глотай туда. Кушай, кушай. Вот так вот, молодец. А таблетку оставила. Давай, кушай ее тоже. Молодчинка. Нет, не скушала? Вот зараза. Сейчас еще одну. Вот еще один кусочек. Кушай. Вот, молодец. Только таблетку не выплевывай. Да? Вот, умница. Теперь тебе ничего не будет страшно. Теперь ты на валерьяночке. Хорошо, спокойно будешь сегодня спать. Уже фейерверки начинаются, и она вся в стрессовом состоянии, вот там прячется под стулом.
Все хорошо теперь будет. Все хорошо. Носик красный сегодня. Ходили на кладбище, посетили могилку брата, а она, как всегда, копала в сугробах. Мышек искала, да? Да, моя крошечка. Вот, молодец, все. Теперь спокойно, без стресса будешь встречать Новый год. Молодец. Ну что, в принципе, кальмарчики готовы. Вот такие вот они теперь маленькие стали. Выкладываем их на разделочную доску. Три маленьких кальмара. Это все, что у нас будет на новогоднем столе. Все, пусть остывают теперь. И мы их порежем на мелкие кусочки. Да, кстати, иногда я в этот салат для вкуса добавляю сыр. Как раз у нас есть тильзитер. Добавим немножечко для полноты картины. Ну, яйца еще довариваются, плиту выключаем и ждем, когда остынут кальмары. Ну вот, кальмары уже почти остыли. Надо вытащить вот эти трубочки. Как их сделать изнутри? Изнутри тоже надо будет почистить что-то. Когда уже... Ой, нет, они еще горячие. Когда разрежу, вот это все надо будет вычистить. Но эти трубочки вроде так вытягиваются. Да, вот так. О, отлично. Сегодня в неглиже перед вами выступаю. Ну, так обычно я хожу по дому. Вот в такой вот сорочечке. Ладно. Мы на Новый год не наряжаемся, никуда не идем, никого не встречаем. Поэтому делаем салат, кушаем после речи президента и ложимся спать. И нарезаем маленькими кусочками. Так, яйца пора выключить. Так. Ну вот, разделила я на частички. Приготовила вот такую вот вазочку. Салат будет у нас в ней. Небольшой, всего на две порции. 500 грамм кальмаров на нас с мамой на Новый год. Сейчас нарежу, покажу, как это будет выглядеть на доске. Пока отключаемся. Обычно я нарезаю вот такими вот длинненькими полосочками. Но мама просила поменьше, так как ей сложно пережевывать вот эти вот. Они, кстати, как резина. Вот нарезала я кальмары. Вот так вот получилась небольшая кучка. Ну, реально на... порции 2, 3, максимум 4. Мы много есть не будем, поэтому нам, в принципе, и на утро хватит. Пока все высыпаю в тарелку, а потом здесь все перемешаю и выложу уже на красивое блюдечко. Вот такая почти полная, глубокая икеевская тарелка получилась. Кальмаров. Осталось нарезать яйца. Зелененький лучок и заправить все майонезом. Вот, начистила я яйца. Сейчас я их тоже нарежу и положу в этот салат. Яйца готовы. Засыпаем. Сейчас мы сюда порежем зеленого лучка, выращенного на нашей плантации. Так, какие тут листочки? Вот этот можно. Вот этот. Много не будем рвать, нам еще что-нибудь пригодится на другие салаты. Я тут подсела на шубу, делаю ее практически каждый день, ленивую, на одну порцию. И тоже зеленый лук использую. Сейчас мы его порежем и засыпем в нашу тарелочку. Вот такая небольшая порция, всего лишь для украшения. Ну и небольшого привкуса. Так. Вот теперь соль. Ну и почти готово. Осталось заправить майонезом и нарезать укроп. Так, немножечко
листиков возьму для красоты. Вот это порежем. А остальное будем потом доедать. Еще много праздничных дней впереди. Много салатиков будем готовить. Заправляем майонезом. Это последний пакет, который я ем в этом году. Дальше я буду готовить свою шубу уже на подсолнечном или оливковом масле. Хватит, думаю, майонеза. С Нового года есть не буду. Вот это доедим и все. Ну вот как-то вот так. Заправим. Все, теперь это перемешаем и насыпем сверху укропчик, который я нарезала. Теперь прикладываем все в красивую вазочку. Ну вот, готов салат из кальмаров. Насыпаем теперь еще для красоты укропчик. Украшаем. Так. Побольше. Очень люблю укроп, потому что он реально украшает блюдо. Вот так. Салат из кальмаров на Новый год готов. Теперь ждем Нового года. А пока накрываем крышечкой. Вот так. И убираем в холодильник. Он еще должен... Помещается? Да. Он еще должен немножечко подмерзнуть, потому что охлажденный он намного вкуснее. Ну что, будем пробовать. Новый год уже на подходе. Открываем наш красивый салат из кальмаров. Ну вот такая вот у нас елочка в этом году. Елку мы не ставили, просто поставили веточки и даже не стали украшать шарами. Нам так больше нравится. Намного стильнее смотрится и аскетичнее. Все, приходим к аскетичному году жизни. Ну что, осталось около часа, 1:15. Ждем. Вот такой вот у нас стол новогодний. Салат, который я приготовила. Немножко конфеток. Бальзам. А вот еще маме подарили каркунов. Почему-то одна открытка только. А, вот конфеты. И фрукты. И одна открытка.